Чтобы не пропустить новое видео, подпишись на мой канал. Итак, всем привет, дорогие друзья. Сегодня к нам на распаковку попал iPhone 5. Пришел он к нам в черном цвете. Вот такой вот у нас телефончик. Коробочка оригинальная. Версия на 16 гигабайт. Сейчас глянем. Что там у нас? Ну, содержимое там, в принципе, все стандартно. Ничего не изменилось. Я думаю, тут у нас AirPods. Потом зарядное устройство. Ну и, соответственно, кабель Lightning. Вот такой вот обычный кабелек стандартный для этой модели. Вот такая вот зарядочка, наушнички с логотипом, все дела. Вот, приступим к самому телефончику. Так, а тут скрепочка у нас, по идее, должна. Да, есть скрепочка, мануал есть. Все это у нас здесь присутствует. Отложим коробочку в стороночку и посмотрим на наш аппаратик. Так, аппаратик у нас в защитной пленке находится. Такой вот. Все у нас отличненько, все у нас красиво. Сейчас мы его включим. Так, так. А он разряжен, его нужно заряжать, чтобы включить. Поэтому я его сейчас заряжу, пока выключу камеру. Вот, потом дальше буду снимать. Так, вот, ребятушки, телефон я включил, но так как у меня нету нано-сим-карты, а свою подвязать я не хочу, дальше мы его, конечно, смотреть не будем. Глянем еще раз внешний вид, что все, в общем-то, хорошо. Вот, жалко, конечно, давно я айфонами не пользовался. Такой вот у нас щелчочек здесь. Прикольный. Вот. Ну, в общем-то, все. Вот такие вот дела. Так что всем спасибо за просмотр. Пока. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.